Смотрите, какие крутые мумиёшки. Ты что, зубы чистишь там? Привет! Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня мы пришли за ёлочными игрушками. Ничего себе! Мы... Посмотрите! Что там? Красота уже кругом. Да. Мы приехали в Мегу за елочными игрушками. Будем давай посмотрим. Готовиться посмотрим к Новому году. Куда идем? Мы идем в Икею. Да? Да, пойдемте посмотрим, будет там. А то мы, если честно, не знаем сами. Мы не знаем, есть ли там елочные игрушки. Ну, пошли. Алиска, что взяли? Свечку. Очень важная покупка к Новому году. Свечка с малинкой. Так, ну что, идем искать елочные игрушки. Котятки. Котятки. Милахи. Они такие мягкие. Да? Да, они мягкие. Ну, нам котятки не нужны, у нас живой есть. Пошли искать елочные игрушки. Нет. А вон смотри, какие слоны. Слоны. Громадины какие. Смотри, какие. Слоны. Они тоже мягкие очень. Крутые слоны. Угу. Пошлите дальше. Алиска, смотри, а тут есть подушка, это, как она, облачко. Классная, да? Да, и мягкая очень. Крутая подушка, облачко. Да. Она очень мягкая. Вот, видишь, все. А вон панды торчат. Панды. Папа-панды. Панды. Панда. Папа-папа-панда. Пошли дальше. Панда. Вон елки вижу, игрушек не вижу. Пойдем искать. Елки вижу, игрушек не вижу. Не видим игрушек. Смотри, какие крутые котики. И такой же котик. Малыши. Это два котика, что ли? Да. Прикольно. Пошли дальше. Вот мы елки видим, подарки видим. Елки, подарки, все так красиво к Новому году. Да. О, бусы есть. Нам нужны бусы на елку? Красного цвета. Зачем они нам, да? Да. Пошли дальше. Лучше, по крайней мере, здесь уже что-то есть. Свечка. Смотрите, какие крутые мумиёшки. Классная? Да. Вообще супер. Мне она нравится. Ты хочешь такую мумиёшку? Ты хочешь такую мумиёшку? О, вторая очень важная покупка к Новому году – мумиёшка. Тебе она понравилась? Что там нашла? Да ладно! Игрушки! А что это за игрушки? Птичка мягкая. Птички? Супер! И вот такие вот мячики. Кого ещё нашла? Мыши и кот? Да. Котомышь? И котом... Ну, мы взяли мумиёшку. Да. Котик. Какой-то котик в очках. Это полёт котик. Такой крутой. Так. Пёсик. Пёсик. Подушки, сердечки. Акула ест кактус. В слюнявчике. А вот акула. Классная, да? Тут еще паучок. Классный кактус. Да, пошли. Ну, Алисе больше всего мумиёшка понравилась. Да. Прям мумиёшку и все тут. Пошли дальше. Свечки, столы, стулья. Где же? О, я вижу леших. Олег. Домовых. Вон они сидят, смотри. Это домовые. Тигр. 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 Алиса, мы пришли за елочными игрушками. А когда тигр? Тигры на елку не повесишь. Дамку. Итак, мумиёшку взяли на елку вместо звезды. Ка-ка-ка.
Ай, смотрите, какие крутые зубные щетки с зубной пастой. Вот они. Мы вообще попали в рай. В Алисин рай с кучей игрушек. Класс. Ты что, зубы чистишь там? Как здесь много всего. Крутяк. Смотрите. Карандаши. Ну, карандаши — это старая тема. Они тут давно. А вот зубных щеток не видела. Алиса, хватит рисовать по полу. Смотрите, какой милаха. Милаха. Тебе ж пандочка больше понравилась. Нет, Мишка. Мишка? Да у тебя Мишек вагон дома. А вот его будут звать Лапусик. Лапусик. Алиса уже устала. Мы в конце наконец-то нашли елочные игрушки. Но вы не думайте, то, что мы будем прощаться. Мы еще будем ходить по магазинам. Обязательно. Ну что, самый красивый выбрала? Сердечки, да. Туда, еще что? Шарики блестящие. Здесь еще ладно, сколько разных игрушек. Так, пошли еще посмотрим. Я думаю, что на этом не заканчиваются елочные игрушки. Мы только их нашли. Да. Да, мы тут нашли такого прикольного Деда Мороза. Но он, правда, из картонки. Мне кажется, что Алиска, у нас кот его съест. Это какие-то игрушки малыши для совсем маленьких елочек. А у нас с тобой большая-большая елка. Алиска. С мумиёшкой в обнимку. Мы уже вышли из магазина. Да, ты устала? Нет. Да, все, мы накупили тут целый пакет всякой всячины. Олень. Да, здесь очень красиво, все к Новому году украшено. Да. Ну что, пошли дальше или пойдем перекусим? Пойдем дальше. Пойдем дальше. Че, пришли? В Ашан, и тут покупаем. Че, мы уже взяли шапочки, дуделки. Какого хлама мы еще наберем? Елочных игрушек. Мы до них еще не дошли даже. Ты хлопушки хотела, пойдем хлопушки посмотрим. Да, вон они. Да, бери две хлопухи. Раз уж ты хотела, не знаю зачем, но бери. Сама в тележку не грохнусь. Смотри, тут Дед Мороз. Давай вот такую возьмем. По-моему, красивый. Давай. И золотой? Давай возьмем такой, серебряный и золотой. А вот еще. Зоя, нам некуда его вешать. Он у нас всю елку займет, этот шар гигант. Смотри, я что нашла. Как тебе груша? Хочу. Грушу? Топ-топ. Супер сапожки. Давай только запечатанные возьмем. Давай. Бери. Сапожки классные. А вот розовый. И предлагаю розовый вот такой взять. Какой? И вот этот я предлагаю. Ну, давай. Все, да? Берем розовый. Че, Алиска, набрались мы с тобой, да? Носочки. Носки. Алиска выбрала носки себе и Соне. Все, поехали. На кассу. Приятного аппетита, мой ребенок проголодавшийся. Лопает уже, пришли мы в Макдак. Давай посмотрим, что тут за игрушки. Волосики какие-то. Это на голову, наверное. Да? Котик. И что там, и девочка. Сейчас распакуем, посмотрим, да? Угу. Сейчас покушаем, а то ребенок устал сильно. Ну что, мы все купили, что хотели? Куча игрушек новогодних, наклеек, вообще вагон-вагон всего. Мы с Алиской открыли первую игрушку из этой коллекции. Такой прикольный. Опа! И появился. Классный кот. Да? Тебе нравится кот? Вообще супер кот с подарком. Почему я его и хотела? Алиска не могла выбрать, пришлось взять все игрушки, которые у нас здесь были в Макдональдсе. Все три. Мы с Алиской уже пообедали и распаковали остальные игрушки. Алиске, правда, котик так и остался, больше всех нравится, да? Вот, в другом пакетике была вот такая девочка-суперменша, супервуменша.
Вот так берешь? Да. Не, котик действительно прикольный. Это супервуменское колечко. Надеваешь вот так вот, и она полетела, супервуменша. Ну, я сняла, оно так и осталось. Да, его надо просто, ну, оп, и все. Так, в третьем была заколка с девочками и с волосами. Вот такая вот на голову. Но она такая тяжелая, мне кажется, на голове будет неудобно. Ну что, котик все равно самый любимый? Ему мумиёшка. Самая главная покупка сегодняшняя. Всем пока. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Алисенька, а этот, кто у нас подарок-то выиграл? Дорогая наша Юляшка ТВ. Да? Да. У нас к тебе огромная просьба. Так как ты выиграла куколку от нашего канала, напиши, пожалуйста, на адрес электронной почты, который мы оставим под этим видео, свой домашний адрес, почтовый индекс и имя, фамилию, отчество того, кто будет получать посылочку на почте. Мы тебе отправим твою куколку. Да. Спасибо, что смотришь нас, и пока-пока.